Всем welcome, снова я. Время 5 утра, 37 минут. Иду на работу. Сегодня пораньше. Никаких автобусов еще не ходят. Потому как они начинают ходить только с 6 часов 10 минут. Ну, будем надеяться, что поезда уже начали ходить. Что поезда начинают ходить с 5 часов 30 минут. Вот уже, в принципе, светло. Солнце вон там за облаками. Скоро будет здесь. Жарко. Небо чистое, поэтому будет жарко. Увидим. Так, ну мы продолжаем. Пустая шибуя. Такое вы, наверное, вряд ли увидите. Пожалуйста. Почти никого нет. Единицы только на улице. Всего-то 6:38 утра. Все. В это время надо приезжать на шибу, чтобы не было народу. Тогда будет удобно ходить. Наконец-то можно спокойненько подойти к этой собаке. Хачика. Сфотографироваться, если вам нужно. Вон с этими, с товарищами, которые лежат, отдыхают под ней. Вот. Вот она. Как говорится, Япония с утречка. Пожалуйста, вот тачка. А вот люди похмеляются. Ну и тут как бы, как сами видите, тут немного грязно. Этот товарищ решил снять видосик, видимо, тоже. Выставляет оборудование. Тоже какая-то статуя непонятная, с детьми. Что-то они там развлекаются в голом виде. А нам на ту сторону надо. Сейчас. В целом интересно выглядит шибая, когда никого нет. Точнее, мало народу. Не то, чтобы совсем никого нет. Просто мало народу. Я думаю, часа в 4 или в 5 утра здесь вообще единицы ходят. Точнее, как не ходят, а возвращаются с клубов. В пятницу, правда, будет народу больше. И в субботу, в воскресенье. Но сейчас середина рабочей недели, поэтому никого здесь особо не встретишь. Кстати, новое здание строят. А это второй по размерам перекресток Шибы около автобусной остановки. Ну, как видно, тоже особо никого нет. Видите сами. Все экраны еще выключены, ничего не работает. Магазины точно не работают. Известная вот Хикари. Хикари здание. В нем очень много офисов. В том числе тут находится наверху офис компании Line. Который производитель Line. Разработчик. Тоже новое здание. Вот стоит. Это, я не помню, как называется. Офисное здание. Ладно. Идем дальше.